Здравствуйте, дорогие друзья! Гляньте, у Шерхана новое место для обзора. И там он укладывается и наблюдает. Я к тому, что застелить ламинатом весь вольер не предоставляется возможным. Львенок должен бегать. Не переживайте, Шерхан акклиматизировался к нашим условиям. Поверьте, если бы ему было холодно, он сидел бы в домике, как Порш. Львы нормально живут в Сибири, а у нас и подавно. И еще хотела сказать. В зоопарке запрещено несанкционированное кормление хищников. У них своя диета и режим. Так и во всех нормальных зоопарках. Эту часть зоопарка кормят в 15 часов. Таков распорядок. И менять его под Шерхана не будут. А разницы нет. Ну, например, Шерхан и Порш, а также Бахт, ложатся спать сытыми, а Никсима и Анфиса – голодными. Все коты привыкли к своему распорядку. И не стоит вмешиваться и подкармливать Шерхана. Вы делаете медвежью услугу и львенку, и зоопарку, и нам. Зоопарк несет ответственность и моральную, и материальную за Шерхана. Чтобы не рисковать жизнью и здоровьем львенка, уберут с экспозиции. Вы, может быть, видели, чем его кормили? Что-что? Вы, может быть, видели, чем его кормили сегодня? Нет, не видели. Не застали? Это у нас, да? Я пришла, наверное, уже покормить. А, нет, тут у нас женщина просто сама его кормила курицей, приходила. Не, я имею в виду. Посетительница? Да. Я вон вижу ножку свиную. Ой, ты была красота, красивая. Развеселился. Он там сейчас слышал, что как будто позирует, да? Он детей видит, радуется, с детьми играется. Нет, да, она, значит, это копыто бросила через... Мне кажется, тоже вот и снимали. Ну, сейчас-то, что ребенок, да, вот ты на вас тоже. Может, и мне надо что-то... Пожалуйста, даже из хороших побуждений, не вредите льву, его кормят. Его кормят, о нем заботятся. Сообщение. Да, такая перья, да? Шерханушка, заяц. Котик любимый. Еще долго будете? Нет, я уже. А сколько времени? У меня 16 минут. 16. Да, я через минут 15 пойду уже. Пойти еще. Пойду. Ну, я здесь поблизости, так что это не время. Да. Не очень. Да. Ну, так, что вы хотите? Это не на полдня. Это не говорится, да. У нас пошло. Встречает и провожает почти всех посетителей. Народу очень много, неудобно разговаривать. Шерханушка. Шерханчик. Красавчик. Любит он детей. Thank you.
только радости и удовольствия. Лев. Его зовут Шерхан. Его зовут Шерхан. А это Шерхан. Не бойся, не бойся, не бойся. Он же хочет понюхать тебя, как наш Пити. Посмотри. Где Сэм? А Сэм остался. Сэм остался дома. Хочешь здесь найти Сэма? Еще Да, держись подальше. Он любит бегать с детьми вот вдоль этого вот вдоль сетки. Да. Если ты побежишь, он за тобой побежит. Но подходить не надо, это же стяжка и побежит. Вот а если побежишь, побежишь, то мы с тобой бежать. Обманул. Туда он не побежит точно. Туда он с тобой не побежит. Ребят, иди пробеги в другую сторону. Вот туда, обратно, в обратную сторону. О, видишь, как они на перегонки с тобой. Кто быстрее? О, и обратно. Вот это он убежает. Верно, он играет. Обоим понравилось. Сейчас уже скоро кормление начнется. Его уже покормили. Уже покормили, да? Ну, это посетители кормят. Посетители? Да. Нельзя свининой давать. Ну, привет Тайгану, как говорится. Ну, вот очередь и Шерхана наступила. Я, снимая кормление Порша, пропустила подачу мяса Шерхану. Когда обернулась, видела кипера, который приглашает Шерхана отобедать. Его никто не перекрывает, к нему спокойно заходят. Только что я не успела. Вот у него открытое. Шерхан даже не шевельнулся. Мы его еще долго уговаривали пройти в апартамент и откушать. В общем, смотрите сами, что получилось. Там тебе, наверное, уже положили. Пойдем. Пойдем, Шерхан, идем. Идем, идем, идем. Пошли кушать. Идем, идем, Шерхан. Идем. Вот у Шерхана мясо. Его кусок говядины. Он даже не сообразил, что ему положили. Иди, там мясо лежит, балда. Шерхан, у тебя там мясо лежит. Ты не берешь. Шерхан. Наконец-то ты встал. Через 10 минут после уговоров ты соизволил только подняться. Ну давай теперь. А теперь иди. Ну давай. Сначала подтянуться ж надо, конечно.
И без этого. Смотрите. Молодец. Пошел за нас. Ответственный момент. Не спешит. Ты поделишься со мной? Оближет. Борщ уже съел свое, уже кость полирует языком. Ну, наконец-таки, я присутствую при первом официальном приеме корма. С чем я себя и поздравляю. Ну, не спеши, да, он такой размеренно, спокойно. Он только вот месяц назад он съедал за 15 минут. Вот я даже засекала. Я приходила на несколько кормлений, и он съедал за 15 минут такой вот кус. Ну, поменьше немножко был кус. Угу. А сейчас он может мусорить его довольно-таки долго. Молодец, тщательно пережевывает. И на нас не рычит, как Порш, да? Да. Не кидается, не защищает свой кусок. Правильно, есть нужно медленно, тщательно пережевывай, никуда не спешить. Я пойду посмотрю, как там Сима поживает. Загляну к Ярославе. Анфису посмотрю. Передам им от тебя привет. И вернусь еще. Честно говоря, едешь и волнуешься. Мало ли уже увезли. Забрали и увезли. Привыкаешь, прикипаешь к животным. Он меня тоже уже знает. Ладно, пойду посмотрю, кто там остальные.